Моя жизнь поменялась с присутствием искусственного интеллекта. У меня сейчас на YouTube-канале, который открыт был, который я начал вести, до этого тоже я не вел, просто там технические были видео. На YouTube-канале 100 тысяч просмотров за 7 дней, за неделю получается. Спасибо. И плюс, я люблю очень своих детей. Для меня очень важно, когда они тоже изучают новые технологии и пользуются новыми технологиями. Первые 3 недели они ко мне, когда я проходил искусственный интеллект, изучал это направление, они так приглядывались. На 3-й неделе они спрашивать начали: «Папа, а что ты делаешь?» Мне это было очень приятно. Когда они поняли, в чем преимущество использования искусственного интеллекта, они стали в очереди: «Папа, все, сегодня мы тоже работаем, мы тоже хотим». И буквально позавчера меня сын старший удивил. Они готовятся к школе. Я сказал: давайте мы не 31 августа будем готовиться к школе, а начнем готовиться сейчас. У вас есть 2 дня. Подготовить учебники, тетради, ручки, чтобы все было, чтобы карандаши были наточены, чтобы ручки писали, чтобы тетради лежали столько количества, сколько нужно, чтобы рюкзаки были и рубашки выглажены. И дал им на это 2 дня. Я сказал: у вас уже было лето, подготовьтесь, пожалуйста. Проходит 2 дня, конечно, дети не успели. И я сказал, что будет определенное наказание. На что старший сын говорит: папа, дай мне 10 минут, и ушел в свою комнату. Ладно, хорошо, хорошо. Через 10 минут он мне выдает, говорит: папа, и отвечает очень красиво, конструктивно, я удивился. И говорит: папа, мне еще нужно 2 дня. И, причем так, ответ был очень дисциплинирован. То есть: все, я тебе гарантирую, если я за 2 дня еще не успею сделать, то да, ты сможешь меня наказать как бы полностью. И самое удивительное, что я принял этот ответ. Я говорю: хорошо, хорошо, да, пусть будет еще 2 дня. Я говорю: сын, а ты как так грамотно смог ответить? Он говорит: а я спросил у чата GPT. Я был в шоке. Я был в шоке, что он уже начал применять это для своей жизни, он начал использовать в своей жизни даже при общении с родителями. Он говорит: а хочешь, я тебе еще 2 варианта зачитаю? Я говорю: зачитай. Он говорит: да выбирай, говорит. Вот такой. Есть вариант конструктивный, есть вариант, вот я, говорит, обещание, да, есть вариант там еще другой.